Зачастую такие пожары происходят по единому сценарию, когда человек выпил, закурил, уснул и не проснулся. К сожалению, человеку достаточно всего лишь несколько вдохов для того, чтобы потерять сознание, и всего несколько минут для того, чтобы получить смертельную дозу угарного газа. Вместе с тем, статистика фиксирует все больше случаев, когда установленный в доме автономный пожарный извещатель вовремя предупреждает человека о возникновении пожара и путем подачи мощного звукового сигнала способен разбудить даже спящего человека. А в среднем доме находится пожарный извещатель. Тем помощь брата по оружию. Юных спасателей пожара. Средняя школа.